Так, а почему мы еще в постели? М? Мам, у меня горло болит. Рот открой. Ну что, тогда мы пойдем с тобой к Ивану Прокофьевичу. Давай, поднимайся, я Маш в ванную умываться. А куда ты собираешься? На работу. Не хочу больше тратить время на дорогу. Буду ночевать на объекте. А что случилось 10 минут, пока я бегла вниз за творожками? Хозяйка звонила, истерила. Все медленно, медленно. Я уже хочу забыть, как страшный сон. Этот объект, закончить его и все. Давай я сумку смотрю. А костюм с галстуком тебе зачем? Ну, а как я, по-твоему, должен ходить по улице? В рабочих штанах? Я что, бомжара или что? Это... Сегодня поговорю с Машей. Она ведь эту работу нашла. Да какая-то работа. Сзади надо и электрику проштробить, и плитку положить, знаешь? Знаю. Очень все не вовремя. Саша опять температура поднялась. Придется ехать к Ивану Прокофьевичу. Скажи, а ты медсестра? Вот что ты сразу ребенка в больницу тащишь? Потому что я не хочу осложнений, как в прошлый раз. Отвезешь нас? А на автобусе никак. У меня хозяйка, стерва, она меня пилит. А за опоздание сейчас вообще штраф паяет. Все, успокойся. Сами доедем. Это, конечно, не пневмония, пневмония. Но пневмония. Что? Так, без паники. Давай-ка на недельку определим его к нам в отделение. Понаблюдаемся, витаминчики покапаем. Если понадобится, антибиотики добавим. Ну, не хотелось бы. 7 лет еще рановато. В любом случае, наблюдение и лучше, чем дома. Все так серьезно? Да не бойся ты. Все купируем под контролем. Я же тебе говорил уже, лучше всего сменить климат. Месяц, год минимум, а лучше 2-3 проводить у моря. Еще лучше переехать к морю. С твоей специальностью уже это не проблема, я тебе говорил. Да, для мужа проблема. Ну, мы думаем над этим, даже уже присматриваем дом где-нибудь недалеко от моря. Ну вот и хорошо. За Сашку не беспокойся, подлечим. Ну что, ребенок, готов? Я не ребенок. Конечно, ты не ребенок, ты мужчина. Но ты не ответил. Давай, мужчина. М? Ну вот и молодец. Таня? Надо поговорить. Кто вы? Оксана. Валера делает у меня ремонт. Та самая хозяйка квартиры? У вас какие-то претензии к моему мужу? Он всегда работает очень профессионально. Я так и знала, что вы не в курсе. В курсе чего? Мы с Валерой решили жить вместе, а вы должны с этим смириться. Я вам не верю. Ну, разумеется. Сами у него спросите. Привет, Валер. Чего не здороваешься? Далеко собрался?
По работе. Да ты, похоже, полдома загрузил. В другой город, что ли, уезжаешь? Анна Андреевна, а вам вообще какое дело? Да просто так спрашиваю, по-соседски. Бедная Танюшка. Это ж какие нервы надо иметь, чтобы жить с таким типом. Маш, постой. Привет, нужно поговорить. Дело есть. Привет. Оксана, твоя подруга? Какая Оксана? Милова? Я не знаю, какая фамилия. Та, у которой Валера ремонт дома делает по твоей рекомендации. Так, она мне не подруга, а просто пациентка. Кто она такая? Чем занимается? У нее крупное агентство недвижимости. Она помогала мне продавать и покупать квартиру новую. Ну, ходит ко мне на УЗИ. Все. Понятно. Танюш, что с этой Оксаной случилось-то? Да ничего. Она у меня мужа уводит. Ничего себе. А ты-то что? Маш, прости, мне нужно с Валерой поговорить. Извини, пожалуйста. Привет, дорогая. Где ты? Привет, милый. Ну что, жена не звонила? Нет. А почему ты спрашиваешь? Странная она у тебя. Все знает и не звонит. Да она ни о чем не догадывается. Ну, я ей все рассказала. А зачем ты это сделала? Испугалась, что ты передумаешь. Ну, зря ты поторопилась. Я же еще не все вещи забрал. Теперь она может мне их просто не отдать. Ну, свое-то барахло ты заберешь, не переживай. Ты лучше приготовься к истерике и не будь размазней. Хорошо? Хорошо. Поговорили? Кажется, проснусь завтра, и все будет как раньше. Вот что она в нем нашла? Ну, как что? Он красивый, добрый. У него руки золотые. У него есть деньги. Вряд ли больше, чем у Оксаны. Она же у нас бизнес-леди. Сашка все время болеет. Врач твердит, что нам нужно климат сменить. К морю переехать. Мы уже 3 года копили-копили на домик. А копили где? На Валеркином счете? Ну да, конечно. На мою зарплату жили, а его заработок откладывали. Плохо. Оксана баба хваткая. Что к ней прилипло, не выцарапаешь. Что мне теперь делать? Я бы не выдержала, позвонила и наорала бы уже. На кого ты собралась орать, радость моя? Ты зачем пришел? Здрасте. Привет. Привет. У нас тут беда. Таня муж бросил. Господи, я-то думал. Плюнь, Танюх, ты молодая, красивая, найдешь себе другого. Как у вас, мужиков, все просто. Вот скажи, чего от Валерки ждать? Ну, как мужик, скажи. Мужики бывают 2 типов. Кто-то уходит с 1 зубной щеткой, а кто-то забирает все. Даже чашку, из которой кофе пил. Валерка какой? Валерка. А ты? Маш, что это за вопросы такие? Я не понял. Ты что, собралась от меня сбежать? Ладно, ладно, пойдем отсюда, не будем Тане надоедать. Тань, не кисни, найдем мы тебе нормального мужика.
Алло, Оксана? Что делать? Она трубкой не берет и сама не перезванивает. А она у тебя с характером. Она точно знает про нас? Ты уверена? На все 100. А почему тогда она молчит? Может, соображает, как что оформить. Или консультируется с адвокатами. Валерочка, готовься. Развод будет тяжелым. Да нет, она не такая. Не знаешь ты баб, Валера. Жди, позвонит. Со временем. Так, у меня вторая линия. Не будь тряпкой. Хорошо. Вроде нет, уже хорошо. Мам, а папа приедет? Нет, милый, у него не получится. Сейчас очень занят. Ну, срочный заказ, ты же помнишь. Я соскучилась. Знаю. Ты передашь? Ну, конечно, передам, обязательно. Слушай, мне сейчас надо к доктору пойти поговорить. Ты меня подожди, не скучай, ладно? Я скоро вернусь. Да. Привет. Танечка, проходи, садись. Можно? Слушай, я хотела узнать, как у Саши дела, вроде температуры нет уже. Да, все хорошо, болезнь купировали. Ингаляции, капельницы помогли. Обошлись даже без антибиотиков. Ну, слава богу, спасибо тебе. Ты что такая грустная? Радоваться надо, с сыном все в порядке. Через пару дней выписываем. Садись, рассказывай. Ну? Да, ну не пугай, а? Валерка уходит от нас. К другой женщине. Я, честно говоря, не знаю, что делать дальше. Главное, как Саше об этом рассказать. Сочувствую. Предательство хуже всего. Ну, значит, пора прислушаться к мнению умных людей и сделать все, что я тебе говорю. Собирайте вещи и езжайте к морю. Мы подумаем. Не подумаем, а подумаем. А по поводу Сашки посоветуйте с детским психологом. Ну и хочешь робота забери. Алло. Алло, сынок, это папа. Ты на работе, а я в больнице. Как, тебе лучше? Ага. Ты приедешь ко мне? Сыночка, я так занят. Как только смогу, сразу приеду. Сразу. Когда? Я так соскучился. Меня скоро выпишут из больницы. Это очень хорошо. Позвонила таки? Это я с сыном разговариваю. Ну, пап, ну когда ты приедешь? Сынок, я так по тебе соскучился. Ну, как смогу, сразу приеду. Сразу же. Папа? Папа! Чем меньше ты будешь с ним общаться какое-то время, тем лучше для тебя. Поверь? Да я верю, но... Никаких «но». Во-первых, не раскисай. А во-вторых, тебе нужно набрать рабочих и закончить наш ремонт. Взяй. Хорошо? Милый, у меня отличные новости. Тебя скоро выписывают. Милый, Санечка, что случилось? А? Почему ты плачешь? Папа звонил.
Так, и что он сказал? Он не приедет. Почему ты не позвонила? Почему ты сам мне все не рассказал? Я ждал вчера твоего звонка, а ты не набрала. Валер, почему? Это ведь у нас все было хорошо, мы никогда не ссорились. Просто я полюбил другую. Ты уходишь как вор. Тань, я цементом уже пропитался. Я устал. Ты считаешь, там у тебя будет по-другому? Да. Она поможет организовать мне свой бизнес. Какой бизнес? Она просто тебя использует. В общем, я хочу развестись. Я Саньке об этом скажу. Да я сам ему объясню. Тань, и это, можно я домой заеду, подарок маме заберу? Какой? Ну, в кружку. Можно? Заходи, конечно. Все в порядке? Да, все в порядке. Валерка подает на развод. Да ладно. Что же за полоса-то такая, а? А у тебя-то чего? Я детей хочу. А Боря ни в какую. Ну, так уговори его. Не получается. Он конченый child-free. Ох, уйдет от меня мой Борюсик, и останусь я совсем одна. Никуда он не уйдет, он тебя любит. Любит. Все проходит. Вон у тебя с Валеркой какая любовь была. Где она сейчас? А сейчас... А сейчас я думаю, чтобы из дому продать, чтобы свозить ребенка на море. О, подруга. По-моему, тебе тоже стоит прийти в себя. Не помешало бы.
Анна Андреевна, здравствуйте. Чем занимаетесь? Да вот, приручила растение, теперь ухаживаю за ним. Дождей-то нет. Вам может помочь? Да, сама справлюсь. А ты чего домой не идешь? Да, там Валера, что-то не хочется. Вижу уж. Как дела у вас? Нормально все. Что случилось? Валера ушел к другой женщине, и, честно говоря, просто не представляю, что делать дальше. Так он же дома сейчас. За кружкой любимый заехал. Вот жду, пока уедет. Ничего себе, за кружечкой заехал. Решил тебе сантехнику напоследок поменять. Так ты же месяц назад ее менял. Ну, на всякий случай. Что ты темнишь, Валера? Наверное, добротную сантехнику снял, а фуфло поставил. Не слушай ее. Завтра привезу нормальный унитаз и раковину. Даже не надейся. Мы замки сменим. Говорил же, нас быстро разведут. Вон, даже документы сразу отдали. Молодец, Оксана, сдержала слово. А чему ты радуешься? Неизвестно еще, как тебе с Оксаной будет. Да не бубни. Отлично будет. Саньку так и не навестил. Времени вообще не было. Я завтра заеду. Его сегодня выписывают. Ну, значит, в другой раз. Ты знаешь, я решила, буду подавать на алименты. А зачем? Я буду давать деньги ребенку столько, сколько нужно. А если ты решишь через суд, будешь получать копейки. Так надежнее. Ну, нормально же развелись. Тебе квартира, мне деньги, машина, ну. Ты забыл, квартира мне от бабушки досталась в наследство. Ну, я ремонт сделал. Живи и радуйся. Слушай, хватит отравлять мне жизнь. Давай расстанемся друзьями. Ты Саньку не забывай. Он тебя очень любит. Ну, это понятно. Ну все. Теперь нам в разные стороны. Пока. Получилось. Рада за тебя. Ты куда-то едешь? Я нет. Едешь ты. Пользуйся, мой заслуженный. Не поняла. Слезы вытри и слушай. Мне тебя стало жалко. Я позвонила главврачу и убедила его, что тебя нужно спасать. Не надо меня спасать. Я сама справлюсь, поверь. А для чего тогда нужны подруги? Слушай дальше. Тебе выписали материальную помощь и дали отпуск на 2 недели. Я позвонила своей знакомой в турбюро, и у нее оказалась горящая путевка в Турцию. Маш, какая Турция? Мне только что выдали свидетельство о расторжении брака. Мне сейчас не до Турции. Так, вангую. Ты возвращаешься из Турции и спрашиваешь меня, не помнишь ли, как звали того козла, который был моим мужем? Ну, чего застыла? Иди собирайся. Сашу оздоровишь, нервы свои укрепишь. Читать наконец-то начнешь. Пока разговорник русско-турецкий.
А это тебе от меня на мороженое. Паша, ты святая. Ой, да ладно. Правда. Пирожки. Ой, ну что вы? Ну, возьми. Анна Андреевна, мы к вечеру уже будем в отеле. Но это не значит, что вас там покормят. Спасибо. Я буду звонить регулярно. Все-все мне расскажешь. Хорошо. За квартиру не беспокойся, присмотрю. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за все. Отдыхай на полную катушку. Ты как никто заслужила отдых. Так, ребенок, не озорничай. Я не ребенок. Мама, а папа приедет нас провожать? Нет, солнышко, папа сейчас очень занят. Давай, садись в машину. Ну? Счастливо. Да. Все, полетели. Какая красота! Пальмы, солнце! Чувствуешь, как морем пахнет? М? Спасибо. Мам, я устал. Ничего, сейчас отдохнем. Пойдем. Здравствуйте. У меня путевки в ваш отель. Вы говорите по-русски? Здесь говорят по-русски. Ваш паспорт, пожалуйста. Uh-huh. Пожалуйста. Что-то я не могу найти путевки. Паспорта пока достаточно. Привет, ребенок. Я не ребенок, я мужчина. О, молодец. Как тебя зовут, мужчина? Саша. Саша. Ты любишь черепах? Каких? Вот такие. На, возьми. На память о нашем отеле. Спасибо. У вас очень славный сын. Спасибо. Это ваш номер. Спасибо большое. Память? А нет, нет, не нужно, я это сама. Это услуга от отеля. Она бесплатная. Саш, пойдем. Привет. Я Люба. Привет, я Таня. Очень приятно. Как тебе Акиф? Акиф? Да, хозяин отеля. Он только что выдавал тебе карточку от номера. А хозяин отеля стоит на ресепшене? Да, он иногда любит встречать новеньких. Красив, богат, не женат. Пожалуйста. Спасибо. Некоторые сюда ездят ради него уже не первый год. А, но меня это не интересует. Отлично, тогда будем дружить. Собственно, даю вам полчаса, потом зайду за вами и пойдем гулять. Хорошо. Отдыхайте. Обувь сними. Машенька, привет. Ты уже на месте? Я в раю. Смотри, фрукты на столе. Это презент от отеля.
Обалдеть! Как красиво, да. Ай, очень красиво, да. Отель небольшой, но уютный. А встречает гостей сам хозяин, представляешь? Наверное, толстый и ворчливый. Нет. Молодой, красивый и приветливый. Акиф зовут. А ты еще помнишь, как зовут твоего бывшего мужа? Ты знаешь, мне кажется, потихонечку начинаю забывать. Вы можете разобраться? Хорошо, разберусь. Акиф, подскажи, пожалуйста, какой-нибудь хороший ресторанчик для ужина. Люба, вы уже здесь не первый год. Рестораны знаете лучше, чем меня. Ну, мало ли открылись какие-то новые. Я просто хочу отвезти свою новую приятельницу на ужин. Выбрать вам. В нашем городе везде хорошая кухня. Хорошо, а где предпочитает ужинать сам хозяин отеля? Дома. Ну что, отдохнули? Так, значит, собирайтесь, сейчас пойдем кушать, а потом я покажу вам отель. А мы еще даже вещи не разобрали. Это не важно. Ребенок, пойдем со мной, я покажу тебе нашу лучшую детскую комнату. Я не ребенок. Ну, это не важно. Тебе понравится, даже такому взрослому мужчине, как ты, понравится. Обещаю. Пойдем. Чего тормозить? Идем. Пошли. Ну, как видишь, это наш ресторан. Кстати, кормят очень вкусно. Ну, у нас только завтраки включены. А, да так у всех. Кстати, еду из ресторана выносить не советую, но некоторые умудряются. Логично, что она портится на жаре. А это наш бассейн. Вот так бы сейчас и нырнула. Саша! Саш, вернись! Не боишься за него? Да нет, он хорошо плавает. Слушай, Тань, что-то мне кажется, что иногда я буду брать Сашу у тебя в аренду. Зачем? Ну, просто Акиф очень любит детей, и я хочу показать ему, насколько сильно их люблю я. Саша, вылезай из воды. Мам, вода классная! Слушай, Таня, кем ты работаешь? Массажисткой. А мне сделаешь? Нет, нет, нет. Я на отдыхе, никакого массажа. Саш, а ну плыви сюда. Лягушонок ты мой доморощенный. Давай. О, давай. Ну все, в номер переодеваться, пойдем. Привет, дорогая. Твой любимый. Извините, рабочий день окончен, и вы не записаны. Маш, ты меня в чем-то обвиняешь? Таня моя подруга. Тут нужно что-то расшифровывать. Я отбивалась от приставания ее мужа до последнего. Разговор окончен. Нет. Надо поговорить. Так сложилось. Такая жизнь. И ты меня знаешь, я же не монстр, я помочь ей хочу. Да ладно. Сначала выслушай меня, пожалуйста. А потом убеди ее принять мою помощь. Говори с ней напрямую. Правда, она сейчас отдыхает в Турции. Конечно, она не станет со мной разговаривать. Ну или поймет меня как-нибудь неправильно. Рассказывай. У нее сын болеет. Она хотела жить у моря. Пока все правильно. А я хороший риэлтор. Я могу ей помочь. Продать ее квартиру, купить ей небольшой домик где-нибудь на юге. А твой интерес какой? Я просто хочу, чтобы они с сыном были от нас подальше. Так и мне будет спокойнее, и Валере проще. Чую какой-то подвох, а не могу понять, какой. Никаких подводных камней. А, поняла. У Тани квартира в центре, в хорошем районе, стоит дорого, а ты купишь явно какую-то развалюху. Разницу себе в карман? Зачем ты накручиваешь негатив? Просто убеди ее.
Всем будет счастье. Даже заикаться о таком не стану. Разговор окончен. До свидания. Доброе утро, Гюнайдын. Я не говорю по-турецки. Турчи бельмьорум. Бельмьорум. Привет. А тебе-то это зачем? Вообще-то Акив говорит по-русски, а как и весь обслуживающий персонал. Да, просто интересно. Вдруг пригодится. Ну и неужели тебе не хочется сказать человеку «Чок ты шикюр»? Большое спасибо. Чок ты шикюр. А как будет, сколько это стоит? Бунекадар. Бунекадар. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Что ты только что сказала? Как поживаете? Memnun oldum. Правильно говорит memnun oldum. Memnun oldum. Правильно? Правильно. Что-то в этом есть, говорит Сакифом по-турецки. Да, надо будет к вечеру что-нибудь выучить. Так, что, мы идем гулять? Конечно. Пойдем, пойдем. Саша, ребенок. Я не ребенок. Пойдем. Ну что ж, это одно из самых красивых, видовых и моих любимых местечек-кафешек. Мерхаба! Да, вид, конечно, шикарный. Акиф любит здесь пить кофе. Что ж, я считаю, нужно сделать селфи. Давай. По-моему, здорово. Класс. А вообще, хочу сказать, что это единственное место в городе, где дует прохладный ветер и становится свежим. Мы с Валерой решили жить вместе, а вы должны с этим смириться. Просто я полюбил другую. Саш? Саша? Thank you.
Простите, вы говорите по-русски? Что с тем мальчиком, которого привезли? Я не понимаю. Что? Окей. You speak English? Не понимаю. Понятно. Так мы ничего не узнаем. Тань, ну что ты молчишь? Я сейчас не могу говорить, я жду. Я считаю, что нужно позвонить Акифу. Он приедет, поговорит с врачами, во всем разберется. Акиф таких, как мы, знаешь, сколько. Хорошо, подождем еще полчаса. Но потом я все равно буду ему звонить. Иначе мы просидим здесь до конца отпуска. Пойду воздухом подышу.